собой законы. По предложению Министерства экономики, два социально значимых документа об управлении жилыми домами и о помощи в решении жилищных вопросов были причислены к так называемому бюджетному пакету. Профильная комиссия, занимающаяся в парламенте делами самоуправления, сегодня потребовала отдать их на рассмотрение ей. Но часть коалиции проголосовала против, рассказывает Валерия Смирнова. Включение документа в бюджетный пакет означает ускоренное прохождение коридоров парламента, а именно два вместо обычных трех чтений. Приняв во внимание общественную значимость законопроектов, глава комиссии по госуправлению и делам самоуправления Сергей Долгополов обратился к Сейму с просьбой отдать законы его комиссии. Но опытного политика не послушали. Глупость продолжает торжествовать, а иногда и даже подлость. Речь идет о двух законопроектах, которые никакого отношения к проекту бюджета не имеют. Это о помощи государству в решении жилищных вопросов и для чего могла бы быть оказана помощь государству. Это разрушение или демонтаж, я не знаю чего, дома в результате стихийного бедствия или аварии. Вот случай в Малпилсе, когда государство выделило деньги для того, чтобы восстановить. Небольшие, но все-таки выделило. Второе – это восстановление памятников культуры национального значения. И третье – это реновация и энергоэффективность домов. Включение законопроекта в бюджетный пакет, пояснил Долгополов, лишает государства юридического основания оказывать помощь в случае трагедии, выделяя ее из средств на непредвиденные расходы. Поддержка в этом случае целиком ложится на плечи самоуправлений. А вот со вторым законом об управлении жилыми домами ситуация еще более печальная. Он написан таким языком, что понять его не в силах даже сами депутаты. Что уж говорить о людях, которым потом придется исполнять то, что примет парламент. Господин Долгополов прав, но не знаю, почему получилась такая неразбериха, что когда в комиссии по госуправлению и самоуправлению приняла это решение, руководитель бюджетной комиссии этого не знала. И пока они не познакомились, я думаю, что не хватало одна полчаса разговора, чтобы они поняли, что это совсем бюджета не трогает. Глава бюджетной комиссии Карлис Шадурскис пояснил, что ему не понравился стиль руководителя комиссии по госуправлению. Возможно, законы действительно следует исключить из бюджетного пакета, но сейчас документы находятся в его ведении, а значит, ему и решать. Мне немного не понравился стиль. Бюджетная комиссия является ответственной. Вот и дайте нам самим принять решение. Нечего бежать впереди паровоза. Если оно не устраивает, тогда и действуйте. Также я хотел бы выслушать мнение Министерства экономики. Расходы по управлению жилыми домами планируется облагать НДС, но не...